В связи с праздниками газовиков и нефтяников уже традиционно перекроют часть улиц для движения транспорта. С 8 часов вечера пятницы до 5 утра в воскресенье нельзя будет проехать по улице Университетской на отрезке от проспекта Ленина до улицы Юности. С 6 часов утра субботы до 5 часов утра в воскресенье перекроют часть проспекта Ленина от Университетской до пересечения с улицей 30 лет Победы. Нельзя будет проехать и по участку от моста через Сайму до улицы Сибирской. Ну а в воскресенье, когда праздник будут отмечать сотрудники Сургутнефтегаза, будет закрыта для движения часть Югорского тракта от спортивной базы «Снежинка» до разворотной площадки. Будет перекрыто для установки, то есть торговых точек, всего остального. По улице, получается, Югорский тракт, перекрытие будет однозначно, то есть улица Югорский тракт будет перекрыта движение на момент проведения мероприятия. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия.